Еще приблизить? Я не могу. Тик. Я, конечно, тебе в Дискорде там уже столько всего показывал. Ты и так все знаешь. Кирин Локер с квасом, да? Агностик. Дэмэдж пер секунд. Омер тайм 2 секунды. 21. Бля, какая-то хуйня. 2, 3 дэмэджа. А, с каждой, да, по сфере? Там 63 тогда будет, да? Ничего, парни, мы на победку. Жалко, что я все время пушу линию своей долбой. Надо в один взять будет. Охуеть. Сикл на тинкере, походу, играет. Керри, который умер за стан, да? Но Керри Инвокер для меня выглядит как залупа та еще. Ну, вообще были неплохие челы, которые там с отоцами всякими играли, когда отоц был... Нет, тогда, наверное, Инвокер не был этим универсалом, когда отоц был с короной. Или там Весел был. Не помню, ладно, похуй. Блять, это просто идет. Это просто пиздец. Я не знаю, кто хуже, Инвокер или Леон. Охуеть, что, блять. Ну, я понимаю, что он кирец. Заебися бахнет пися. Если пися, заебися. Нахуя? Застанет по таймингу? Не было маны, блин. Не было маны, не было. Бегу на Леона здесь. The North comes with you. Please, Ali. Yes. The enemy attacks your bottom tower. I'm under attack. Два кора умерли. Unlock. Бля, линия так-то не слабая. Мы нихуя не можем, там два дизей было, она расталкивает еще чел. Он его растолкнул, да? Он... Да вот что мне сделать? Вот что мне сделать? Мне нужно что стоит, чтобы он подмет. Блять, что? Что на инвокере за... Еще у меня дейдаус появится, бог. Я просто не понимаю смысла от моего игрока на первой позиции. Не понимаю. Может, настроение? Может быть. Если у тебя есть в центре, вот здесь оп стоит на хп.
Зачинься, ты потом пойдешь стрелявочку поиграешь, кайфанье. Да, но это будет через долгий промежуток времени. Я иду на нее. Когда включатся сервачки? 5 по Москве. Как разгвардить? Давай его ёбнем. Да, ноль хотелось купить, но... Без крипов на шапу. Чё там ульта на даунбрейкере, когда там нажмется там? Я не знаю. Там мы бот задефаем, как люди, с ультой даунбрейкера. И в этой игре, я так понял, да? Смотри, бот на ДБ сейчас может успеем. ДК прям пиздец здоровый, ребят. Он с армлетом. Не знаю, в моменте он просто пойдет в хайграунд, и мы умрем, все. Ну, два сапа ничего не делает. Да, еще какая-то мека есть. Прыгнет сейчас. Было получше сыграть. Ладно, хуй знает. Бля, как же охуенно, когда у меня три героя будут с Эчбойдом или там... Там два чела в топе, с Мекой и Бэтрайдером. Почти с грифсами. Можно дальше поддавить. Maybe gating. Торнадо первого уровня. Вон try to set up this guy. Три секунды будет закрыть его. Репер боты. Кайфимба. Просто пиздец. Просто пиздец, какая же имба эти репер боты. Старт, скорее всего. Слушайте, может быть, надо было с нелокером Drinking Buddies брать. Аспект. Ну, собутыльники, типа. Ну, он алкаш и я. Ты петух, и я петух. А мы с тобою, братья. Чё-то там, блин. Мне казалось, что типа инвокер будет экзорт какой-нибудь. Бля, теперь я на реке копаю. Ебанат. Get ready with Sunstrike. Он контролирует каждую активку. Значит, стоит под активку, можем его бить. Без копы уже, пойдем дальше. Здесь герой. Ого-го, даунбрейкер. Он не может карты в Австралию нажимать. Шилд на квапе, аккуратно. Аспак без даггера. Псап умерли, ну куда вы идете?
хочу просто фармить айтемы и драться, но на активках. ДК умер нормально, ДК умер нормально, пойдет. Вот это мне нравится, нормально, нормально. Го-го-го-го-го. Я завидую. Ради терповерни, я видел, чтобы трейдер отпушивает бот и летит вон сюда. Там вижен стоит. Ну да не герой. О, санстрайк, там вся фигня. Отлично. Лёнчика оформить. Две секунды, ща оформим. А чё они вообще не готовы, я не понимаю. Как это вообще от них произошло? Кто не стоит на своём варде? Скорее всего. И они не готовы. Как это происходит, блядь? Лёнчик нажали, там топа дефайте кто-нибудь. Даже варды нет. Может он здесь? Вот здесь. Там Леон Даггер, скорее всего, у тебя будет прыгать инст. Они пусть прыгают первые, мы можем задефаться нормально. ДК можем убить с первым? No BKB. Не можем, там пайп, ребят, там пайп. Хотя, может и можем. Не увидел пайп. Я думал, мы можем застрайк метеор, но у нас щел не был готов, я хуй. Я что-то пропустил. Тоже не видел. Метеор не. Ну, если, короче, метеор и санстрайк залетели бы в Астану. Ладно, хуйня полная. Ну, мне каким-то образом. Здесь пачку скипали. Сейчас покажется кто-то, скорее всего. Я с аганимом лечу на базу, дракира нет. Это, ну это бред. Не, даггер вбит. У него еги 12 секунд. У них нет пачки, если что. До сих пор. ДК еги скончается. Да, щит умереет класс, да? Опс, до сих пор стоит. Гем на Джакира, гем. Здесь обстоит. Пайп нажали. Он не может, парни, ничего, я его держу. ДК без БКБ. Вот здесь стоит с даггером. Он сейчас боторным будет тебя прыгать, скорее всего. Ну, от варда надо играть. Паку атакуя уебал, я только не понял куда. Mm.
На самом деле все норм. Я подержал его здесь, потому что он должен был выходить с даггера после. И если бы он ушел, то файт был бы дерьмо. Так-то я умер, конечно, не самым лучшим образом. Дабл дэмэдж будет. Но, кстати, раскатить получается супер легко. Он БКБ 9-секундное, да, потратил? Да, это было 9-секундное БКБ, он не смог убить героя по итогу. 7. Ого-го, ДК нет. Даггер отбит. ДК сейчас отнес. Прыгнет я. Завис, чтобы я улетел. Да. Но я не могу пока. Драгонайт, be careful. Я на базе дропнул. Санстрайк? You betcha. БКБ пукаем, как говорится. На 4 секунды блинк. Help, пожалуйста. Ебать, я додожил. ДК. Ебать, я бы стан додожил. Полетел. Хорошо. Догоню ее. А чё, кот обесперцил Леона? Что за, блять, что за 2 FPS нахуй? Help. Я умер. Ебать, твой аспект, блять, на вижен по всей карте 2 FPS мне дал, охуенно. А просто Pentium 8 компьютер. Да я попытался выпнуть, но не хватило. Блять, тут нет шмотки нормальной, да? Я с вами тут. Базарзе немножко. А там. На инвокера все смотрим. Драгонайт. Не убей, первое правило, блядь. Как же он защищает на тинкере? Щит только себе дал. Инвиз нейтралка еще есть. Блядь, не так костренджа не хватает, я в ахуе. Можем оставить, блядь, или не, не, не можем, наверное. Клопу можно убить, нет, закоил? Закоил клопу, можете убить? Отлично. Без бая. Всё, на Рошана, ребята, на Рошана. Я пушу на бу... А, ладно, не надо что кушать. Рошана, все Рошана. Надо брейкер, иди на Рошана, я назад пушу. Я тэпну с нячкой.
А, рефреш, рефреш, чекай на плане. Бой. Дай мне чит на Тинкер, я сейчас прыгну в них. Убей в центре, я псы там все. Отзмаем ульту, если чё. Можем топ. Готов, готов, двух сапов нет. Вард, вард, вард. Well, 50 секунд. Просто нолик так же даешь, Леона, я прыгаю. Очень плохо. Азбаем, раз еще. Да, ты его он же без БКБ, я добавил на смогу выиграть. Там очень битая. Можем переждать? Можем, до коформу не жал даже. Он без БКБ зато. Рефреш шопа нажимала. Мы руки дождемся. Вы сейчас хотите? Можем, я с лотосом этот раз. Четыре апса на Тинкере не может. Ну-ка, блять. Бесит меня. ДБ смотришь? Я могу поймать. А оттуда не уйду, у меня ТП нету. Пак умрет нам пизда. А за койл умирать, БКБ нету. Да они все уже у нас под базой. Без БКБ это че, реально. Мегасов делают. Можешь копу нажать койл просто. Там глиммер будет, вам нужно дотак. А, у вас есть даст, все. Я нажму даст. Все, есть гем, ты можешь на Тинкере не терять позицию. Ну ребята, на ДК, ну куда оно? Что происходит? Какой ДК, ну? Что они делают? Ты прыгаешь, ну зачем? Фейн нажал. Анты? Нам бэклайн надо просто прыгнуть. Парни, в НДК прыгнули, проиграли только что игру. ГГ. Это пиздец.